начал снимать в 14:00 ровно. А сегодня у нас 25 июня 2023 года, воскресенье. Я сюда приехал с улицы Комарова на 585-м автобусе только что, может быть, минуты три назад. И вот он минуты три назад уехал у Кондрацюка. Сейчас 22 градуса тепла. Значит, сейчас посмотрим. Да, вот 585, на котором я приехал, едет напротив Кулакова переулка по проспекту Мира, туда на юг, к Рижской. А следующий 585, наверное, не скоро будет. Так, интересно, на кого... Я где-то минут 18 ехал от самого начала Комарова, от западной части Комарова, там сел. Ехал 18 минут до сюда, до улицы Сандова. Нет, там сейчас... А вот он идет, следующий 585-й, спускается по Большой Марфинской, тоже на улицу Академика Комарова. И где-то, значит, будет здесь через 18-20 минут. Так что где-то он будет в 14:20, ну, в 14:18 надо будет, в 14:20, да, надо будет посмотреть его, в 14:20. Я снимал, когда я ехал на Комарова, сейчас от Комарова сюда, до центра, на 585-м, я снимал поездку изнутри автобуса. Я думаю, что я сейчас вот поснимаю до 14:30, до полтретьего, вот на таком ракурсе общем, тротуаром мостовым. А вторые 30 минут я сделаю крупный план на тротуар. А между ними, между этими двумя ракурсами, я помещу вот эту свою поездку 18-минутную внутри автобуса.
полил цветы на балконе. Видимо, спиливает деревья где-то там, подальше туда, к тем братьям. Это любимое их занятие, пилить деревья, уничтожить растительность. Почему-то они наслаждение от этого испытывают. Ничего не поделаешь. Их время сейчас убить деревья. Да и вообще все жизни. Так, значит, где же у нас теперь 585-й? Вот, он въезжает, спускается по Ботанической. И сейчас будет въезжать на Академика Королева. Будет въезжать на Академика Королева. Сейчас 14.13. То есть 13 минут я записываю.
585 уже спускается по Новомосковскому. Сейчас 14:17. Да еще ему пока... Ну, скоро было вообще интересно, сколько вот второй минут по сравнению с моей поездкой на нем же, по тому же маршруту от Комарова занял. Когда шел по Милошенкову, как-то вот такая была мысль, но она скорее поэтическая, но, наверное, и правильная, что так же, как никогда в этот мир и в это время, и пространство, в другие, это, конечно, наверняка, в общем, в это, как никогда не воскреснет Никита, Лена, Илья, так же и в это время, в это пространство. И возобновит хождение поезда Москва-Таллин, на котором с 69 года мы ездили. И потом с перерывом 90-х годов, еще с 2000-го, где-то до 2014-го на нем ездили. Может, позже, может быть, до ковида. Да, может быть. До 20-го, не включая, до 19-го, включая 19-й, тоже мы ездили нормально, еще 19 лет, 2000-го года. И вот потом все это оборвалось, прекратилось. И похоже, что этот поезд не возобновится уже. Хотя, кто знает, вдруг чудеса, бывают чудеса, бывают. И вдруг чудеса возникнут. Так, 585-й подъезжает к Звездному бульвару. Thank you.
85-й. Уже поперек, на остановке, которая поперек Звездных бульваров, где он его пересекает. То есть сейчас, а сейчас 14:24. То есть получается, что он больше 18 минут почему-то едет. Уже 24 минуты, начиная со съемки. Или я засек неправильно, если 3 минут. Ну, в общем, да, въехал на Сандера. Дольше. Но я посмотрю, правда, сколько точно съемка на GoPro внутри автобуса этого маршрута. Сейчас он идет уже вверх по Сандера. Уже 14:25. Скоро повернет. Сейчас на остановке у бывшего звездного ресторана, который там был до начала 2000-х. Теперь он идет вверх с этой остановки. Сейчас скоро появится в окне. Вот он, все, он въехал, его значок въехал. Вот он проезжает, вот он проехал. 14:26. Теперь немного небо приятное. Надо немного неба снять. Минут 5. А потом сделаю крупный план. Потом сделаем крупный план.
14:30. Сейчас поменяю ракурс на крупный план на тротуар. Но перед тем, как в видео это пойдет крупного плана, я сюда в промежутке между вот этим общим планом и крупным вставлю вот эту свою поездку, примерно 18-минутную, внутри автобуса. Сел на улице Комарова, сейчас проеду по ней. Следующая остановка – улица Академика Комарова, дом 7. Интересно, сколько минут будет поездка? Когда-то Рыклин жил в одном из этих домов, кирпичная башня, не помню в какой год, наверное, в конце 90-х. Когда сюда доезжал, когда шел на Яблочко в двери, спрашивал, чтобы играть.
видеоигры в 90-91 году. Вот тут выходил и шел по Комарова до туннеля. Улица Академика Комарова. 90-91 год. Может быть, и в 92-м, хотя уже скорее с 92-м я стал играть в компьютерные игры. На компе. А не на видео, не в видеоигры. Точно не помню. 90-91 это точно я ходил к ней.
Останкинский пруд. Останкинский. Колебрюсь.
вышел с доской с катушками. На акции есть появление. Была солнечная погода. Зима. Ясность. Был такой вершин. Одно из вершин состояния сознания. Аргоновская там начинается. Лептус. Опоры Лептус стоят. Уже 18 минут. 18 минут уже я еду. Поперек Звездного бульвара. Дальше он поворачивает сейчас вот на Кондратюка направо, и я его там снимаю из окна, как он проезжает мимо окна. Вот сейчас он направо повернет на Кондратюка. Вот пошел направо на Кондратюка.
проехал мимо окна. Вот он там едет. Дальше. Вот из этого дома я снимаю. Пятерочка. Вот теперь пошел крупный план на ближний тротуар. В 14:31. На полчаса примерно. Интересно, въедет ли автобус в течение этих в течение этого получаса. Так, сейчас посмотрю, что тут есть. Так, ботанической ничего нет. На Комарова ничего нет. Комаров 76 будет назад. По Большой Марфинской идет тоже второй, другой 76-й Комарова сверху. Так, на верхней части, в верхней части Ботанической нету 585-го следующего. А нет, вот и едет, только он может на Комдива Орлова, но он в верхней, совсем верхней части Ботанического. Сейчас посмотрим, куда он пойдет. Главного входа в Ботанического сада или вниз по Комдива Орлова. Наверное, по Комдива Орлова, мне кажется, пойдет. Да, похоже, что по Комдива Орлова. Да, пошел вниз. Не сюда он пошел, а это отсюда, который. Значит, у метро Владыкина его нету, значит, нужно ждать с Комдива Орлова, когда пойдет сюда. Может, еще не скоро, сегодня воскресенье, а не реже ходит, чем в обычной будни. Да, ничего не вон, 23-й по Милошенкову идет, 500, а вот идет, 585-й. Идет по Яблочкову вверх. То есть, может быть, мы и дождемся. Может быть, как раз примерно полчаса он и будет идти. Да, вот он вверх по Яблочку сейчас движется. Посмотрим. Сейчас 14:34. Желтой футболки пошел на мостовую почему-то. Странно, почему-то он сошел с тротуара. Может быть, там действительно деревья повалили на тротуар. Он обходит вот этот звук. Они действительно пилят какие-то большие деревья. Это интересно.
Да, но он пошел не направо, с Камдиворова, на Ботаническую. А он пошел вверх, к метро Владыкина. Надо ждать, как он, когда он объедет метро Владыкина, а потом уже вниз пойдет. Подождем. Сейчас 14:42.
14:47. Вроде 585 уже спускается вниз от Владыкина. Странно, так быстро или время. Я писал сейчас что-то там. Да, он спускается вниз уже по ботанической, по верхней части ботанической. Да, неужели они там деревья спиливают? А вот эта вот тут ветка, которая прямо перед окном параллельно земле, непонятно, что это яблони или что-то другое, или вишни, или брюхо. Надо будет потом обратить внимание, там очень много плодов на ней. Скорее всего, груша, потому что тут вот недалеко, там по Кондратюка, ближе к метро, там старая, очень большая груша растет. Мощное дерево. А ты где находишься? А, вот ты идешь сейчас по Кондратюка, когда пойдешь, посмотри, что они там пилят. Я из окна не вижу, это дальше. Вот так же, как они пилили у нас под окном, мне кажется, они там дальше большие деревья пилят. Внимательно посмотри, что пилят. Ладно, когда пойдешь по правой стороне Кондратюка. Отметил. Все, давай, целую, осторожно. Да, вот сейчас в этом небе, таком бледно-голубом, с белыми облачками небольшими, ярко-белыми, вот над деревьями, которые были видны в предыдущей записи 5-минутной, там просмотрелись, сейчас всплыли пространства Кясма, Раквара, Выза, даже больше Кясма каких-нибудь 80-х годов. Первой половины, ну и до 89-го года, вот в этом небе, легкое такое небо, легкое. Сейчас Даша должна пройти по Кондратюка и не сказать, что они там пилят, вот этот звук пилы, электропилы, пилы дружбы. Когда машина приезжает в кадре, иногда всплывает фильм Антониони «Профессия репортер». Уже практически заключительная сцена, когда машина перед окном этой гостиницы, где герой уже мертвый, проезжает пару машин там.
вот это вот. Нет, именно такси. Такси. Вот это проехало, не всплывало. А вот такси как-то вот боковым каким-то, боковой областью сознания дальней. Вот это вот тот фильм, та сцена, эпизод перед окном. Большая площадь, там еще дети бегают, кидаются камнями. И вот эта вот героиня там ходит. Машины, пару машин. Одна маленькая, другая полицейская. Тоже. Ну, они все там были маленькие машины в том фильме. Хотя нет, там были и большие машины. Я помню, такой американец тоже. Так, даже пора уже появляться вообще-то, в принципе. Точно они там обходят часть тротуара. Вот эти тоже с мостовой свернули на тротуар, вот эти две в длинных платьях. Значит, точно, видимо, они там завалили большое дерево на тротуаре. Вон тут тоже по мостовой идет. Наверное, и Даша тоже будет обходить. Никто не ходит, не идет по тротуару ближнего сейчас. Видимо, оно у них упало поперек тротуара, что ли. Точно она ходит, еще фигура обошла. С коляской обошла, с ребенком первый идет, с двумя детьми маленькими, с мостовой они там, за кустами, вот, то есть точно там проход перекрыт, проход по тротуару. Дальше вышли из дальнего входа, из южного, из северного, из ротонды старой. По идее, она быстро ходит, уже должна была появиться в кадре. Что-то ее нет, где я спешу. Сейчас 14:55. Если бы через 5 минут нужно заканчивать писать. Может быть, они не варят, а ветки спиливают, поэтому там перекрыто. Может, они не стволы варят, а просто ветки сверху пилят. Это может быть тоже, да. Вот интересно было узнать, но это Даша должна сказать. Она там должна сейчас пройти, по идее.
анекдоты. Ну что, деревья валят? Или ветки? Вот она прошла. Значит, в 14:57. Тополь. Да, вот я вижу, поднимается там их это самое, люлька. Они сейчас спиливают ветви большого дерева тополя. Интересно, и потом они его завалят. Целиком, только ветки. Наверное, завалят. У них наслаждение от уничтожения деревьев какое-то есть. Как бы от убийства. Наслаждение убийством дерева. Все, 15:01, час записи достаточно. Сейчас у него крупные вот эти вот плоды на ветке, вот это вот. Да, скорее всего, все-таки это груша. Груша. Да, я вот вижу, смотри на крупные, смотри, какая форма. Эту? Да, ветка, видишь, вон, ну, ветка. Знаешь, на эту грушу, сейчас я покажу.